Так, снова всем привет, и сегодня мы посмотрим карту Мини-Брун. Карта микроскопическая по размерам ПДА, но весит она тоже неплохо. 160 мегабайт. Так, это у меня все те же моды. Устанавливаемые объекты. Лесопилка на 6 выходов и... Производство моносмеси. А вот это вот политрейлер. Че это за мод такой? Прицеп какой-то. Но это не карта. Да, довольно-таки долго грузит. Ну, как видно, она поддерживает сезон мод. Даже по первому скрину видно, что карта неплохая. Ходу технику давайте покажите мне. Пикапчик не часто встречается. Довольно-таки неплохо. Вот это говно можно продать, оно вообще декоративно. Это тоже. Так, сразу выключаем автостарт. Вот давайте на пикапчике прокатимся. За чаем. Так, еще меня интересует задание. Задание есть. Точек продажи предостаточно. Молоко опять дешевое. Силос, в принципе, по нормальной цене идет. Это средняя экономическая сложность. Да, вот доски со смолой что-то не очень. Вот такая вот микроскопическая карта. Тут даже можно, в принципе, на пикапе прокатиться. Так, а что у нас по полям? Легкий уровень сложности. 50, 60, 60. Если начать на средний, то тут, наверное, все можно купить. Вот сюда надо будет сейчас ездить, посмотреть, как будет лагать. И будет ли вообще... Это выход, что ли, такой? Так, от трафика я откажусь, потому что он больно шум создает. И поедем в самый город. Блин, по-моему, я не сюда заехал. Ну, если бы лагало, то бы уже лагало. Логично. Карта не то чтобы плоская, небольшой рельеф присутствует. Вон, даже дорога немножко ухабистая. Но карта очень маленькая. Поэтому просто пробежимся по ней. Задники, кстати, хорошие, и самолет тоже. Лес, а вот и лес. Посмотрим, что он нам скажет. Так, постоим немного, чтобы прогрузилось все. Ну, подлагивает все равно. Лес тут много. Чуть-чуть-то подлагивает, но это не страшно. А если рядом проезжать? Да. От леса надо избавляться. Красивая карта. Очень красивая. Кстати, а где тут магазин-то? Возьмем он. А, денег не хватит. Магазин. А, вот он. Вот такой вот магазинчик. А техника им будет сбрасываться? Нет. Причем-то стандартный магазин из Фелисбрума. Ну как-то так. Так, теперь... О, лесопилка. На глубоком поне ничего нету, значит тут тупо продать. Да и лесопилка самая стандартная.
Тут, наверное, объекты-то все стандартные, поэтому лагать тут ничего, в принципе, не должно. Сахарный завод, наверное, тростник принимает, да? Тростник, свеклу. Ну да, все, что сахар. Очередная точка продажи. А, здесь можно заправиться семенами, гербицидами, удобрениями. Прикольно. А вот это вот что за место? Это под личные нужды, что ли, какие-то? 7 тысяч. Ну, сюда можно поставить, например... Сейчас мы этот участок купим. Что я обычно ставлю? Ну, например, с Global Company. Вот это вот. Очень нужная вещь. Заменять силосную яму. Да, блин. А почему участок поднялся? А, он выровнялся. Подожди, а сколько она стоила-то? 110 забрали. 536 за выравнивание участка. Биогаз. Что-то биогаз какой-то такой миниатюрный. Так, а тут что забирать? Жидкое говно, наверное. Так, а биогаз надо покупать? 80 тысяч. И эта карта очень простенькая. Тут и технику нужно использовать миниатюрную. Так что все, мы эту карту посмотрели.